полководцем. Кто? Ну, время что-то там такое натворил. Написал книгу «Кайюли Цезарь» звали. Как-никак основоположник жанра военной мемуаристики. Не, ну... Я слышал, может, из британского кафедра. А, так я поэтому выезжаю, но он тоже здесь такой. Я тебе расскажу. Какое отношение он имеет к Великобритании, да. Ужас. Эти же откололись от них. Да. Шотландцы хотят все от них отколоться. Ирландцы. Не столько, что Россия заботится о своей безопасности. Потому что ядерные стратегические силы России, они обеспечивают безопасность. Она умоляет Запад. Давайте не принуждайте нас пользоваться этими силами, чтобы обеспечить вашу безопасность. Давайте снимем это с повестки дня. Потому что вы доведете до того, что нам придется ими пользоваться. И для вашего же блага. Давайте сейчас договоримся. Вечно так очень сложно. Они сейчас надо беспокоиться по поводу маневров российской армии в Беларуси.